Здорово. Тут, конечно, у нас много проблем, но вот самые основные это две. Это вот наши подшипники или что там внутри. Вот здесь находится, потому что, то есть, это ходит все вот таким образом, гуляет все, это расшаталось. Еще вот так. Расшаталось, но ездит. Поэтому ладно, это еще терпимо. Вот сюда назад увеличь. Вот здесь, конечно, вот отсюда надо смотреть сверху вниз. Здесь мы видим то, что у нас идет ось, а здесь все съехало куда-то в центр. Вот это вот. Здесь полный капец, вообще там все съехало. Колесо заднее вообще само по себе. Там уже десятерная восьмерка просто у нас. Подожди, Пат, тут у нас. Естественно, спицы касаются уже этой фиговины задней части этих шестереночек. Скорости из-за этого поэтому переключаются с трудом. Вот сюда увеличь. Тут видно то, что вылезло что-то вот из этого колеса, вот эта ось. Куда-то она наружу высунулась. Да все, что шевелить-то? Понятно, что все это ходит. Непонятно, ее что ли менять надо. То, что ржавчина, это, конечно, фигня вообще. Это ладно. Поэтому тут сзади такая беда вообще менять. Я не знаю, что здесь надо. Задние тормоза вот. Вот сюда покажи на тормоза. Вот, тут вообще их пришлось связать. Да, тормоза покажи. Назад. Назад. Тут это стерлось. Поэтому надо поменять колодочку. Ну а тут. Ну она вообще у нас съехала. Если отвязать, то вот эта железка дугообразной формы вот так вот наклонится прям вплотную. Прижмется. Поэтому пришлось ее завязать, чтобы она туда не ходила. Или наоборот, она вот в эту сторону откинется. Что-то я уже забыл. Так что с тормозами тоже. Ну а больше все, особо никаких проблем нет. Тормоза у нас тут, конечно, хорошо было поменять. Потому что здесь... Ну вообще задние тормоза все меняют. Скорость переключается нормально еще. О, еще руль, во, вот здесь вот. Вот здесь руль тоже в свое время что-то вылетело, что-то отлетело. Теперь болтается и ходит. Как же без этого? Все что-то вот ходит. Вот прям видно, как все гуляет. Вот хотя бы это решить.